Take a closer look at that meme. A ship stop Счастлива, так рада, у меня есть ты. Хочу сказать. Выполняй простые задания на своем мобильном или планшете. И получай золотые орлы в игре War Thunder. По моему промокоду на экране вы получите свои первые 10 золотых орлов. Ссылка в описании. Приветствую всех дорогие друзья. Рад вас всех видеть. И сегодня у нас на повестке дня STRV 1030. Это премиальная шведская машина на текущий момент являющаяся топовой. Но ветки как таковой шведской еще нет. С боевым рейтингом 7.3 и на пятом ранге расположившаяся. Определенно очень забавная самоходка. Она, как и другая шведская, самоходка обладает ярко выраженными интересными особенностями геймплея. В нашем случае это жестко закрепленное орудие в корпусе, и наведение осуществляется при помощи наведения корпусом. Это редкая механика, которая впервые появилась в игре не так давно на немецком ВТ, и там она себя показала, в общем, неплохо, но потом что-то там с этим сделали. И теперь она ведет себя не очень хорошо, судя по всему. Лично я могу сказать так, что на текущий момент времени именно из-за этой механики я и назвал обзор «Я сделал». Потому что механику-то они сделали, а управлять этим не очень удобно. Так что СТРВ-103.0 — это в первую очередь неудобство в управлении. А если мы будем рассматривать орудия, то и здесь все не так гладко, хотя и неплохо. По сравнению с дев-сервером мне показалось, что немного добавили урона для наших подкалиберных снарядов. Топовый у нас является SLPPRJ M62, который пробивает 260 мм брони в упор и 250 мм брони на 500 метрах. Плюс он нормально работает по наклонной броне, в отличие от стокового боеприпаса, который под большими углами наклона очень сильно теряет в бронепробитии. Этот снаряд гораздо лучше цепляется за броню. Также, естественно, из-за того, что это подкалибер, у него хорошая баллистика, в полторы тысячи метров в секунду начальная скорость полета снаряда, но я бы не сказал, что это лазерган. И в первую очередь, наверное, потому, что это не ОБПС, а просто подкалибер. Короче, он все-таки имеет некоторую траекторию падения. И здесь на начальную скорость смотреть нет особого смысла. Впрочем, привыкаешь быстро, и главное, что стрелять на любую дистанцию удобно, хотя бы за счет скорости его полета. Но есть и минусы. Во-первых, этот снаряд подкалиберный, а значит никакой взрывчатки внутри нет, и урон у него очень посредственный. Если вы попадаете в какой-то модуль, условно в казённик, то вот вы нанесете урон только ему. Или уничтожите какого-нибудь там одного заряжающего. Или наводчика. Так, чтобы уничтожить противника, например, одним выстрелом, надо попасть ему там условно в лоб корпуса или в борт по диагонали, так, чтобы зацепить практически там все внутреннее пространство, образовать осколки и, естественно, тогда фатально зацепить боеукладку или весь экипаж. Происходит такое крайне редкое, да и противники не всегда стоят для вас в позиции, когда вы можете туда выстрелить. Поэтому с уроном здесь все не так хорошо. Приходится иногда очень долго ковырять некоторые машины. С другой стороны, это компенсируется временем перезарядки. У нас автомат заряжания, причем... Он здесь великолепный, практически не надо там снаряды дозаряжать, они все находятся уже в том месте, где и должны быть. Перезарядка составляет всего лишь жалкие 4 секунды. Это очень быстро, мы самая скорострельная машина на этом уровне с орудием такого, скажем, регулярного крупного калибра, а у нас 105-миллиметровая пушка, напоминаю, L-47, и по сути это очень классно. С такой перезарядкой недостаток вот этого самого урона можно как-то компенсировать. Если бы, если бы, мы могли стрелять точно. А вот с этим есть вопросы. Так как у нас реализовано наведение корпусом, а орудие жестко в нем закреплено, то скорость поворота башни считается по скорости поворота корпуса, и здесь она отличная. 55 градусов в секунду, это очень быстро, но так как это не башня, сами понимаете, все равно есть неудобство, так как это САУ. Также хотелось бы отметить, что у нас есть хорошие углы вертикального наведения от минус 10 до 12 градусов. Конечно, по самолетам пострелять не получится и на холмы не очень удобно, но с другой стороны, вниз главное орудие наклоняется хорошо вместе с корпусом, и это очень помогает. Но наведение корпусом работает сейчас очень и очень дергано. И самое главное, что оно багует при постановке на месте. Допустим, вы навелись туда, куда хотели. А орудие, ну, чуть-чуть вот не довелось. И начинается прицел туда-сюда, вправо-влево, вверх-вниз. Давай шататься. Естественно, никакого стабилизатора здесь нет, поскольку наведение осуществляется всем корпусом. И попасть точно в противника иногда бывает такая боль, просто невозможно. Раскачка будет длиться на протяжении бесконечности, пока вы не сдвинетесь и не дадите еще раз перенавестись машине. И при этом это не значит, что вы наведетесь быстро. Опять же произойдет раскачка, опять она будет пытаться подманеврировать корпусом так, чтобы перекрестие прицела соответствовало тому, куда вы захотели его навести, это занимает огромное количество времени, это самое главное нереально просто абсолютно бесит, но что поделать, вот такое вот пока в реализации механики наведения корпусом. С другой стороны, это, ну, довольно исторично, скажем так, поскольку вряд ли можно легко, плавно и безболезненно для наведения делать настолько тонкие маневры корпусом, как просто навести, например, башню. С другой стороны, возможно, и башню наводчик неопытный может там перекрутить, не докрутить, медленно наводить и все такое. В общем, это все реализовано. Не знаю, как с наведением корпуса. Будут ли как-то улучшать характеристику наведения корпуса и делать ее более мягкой, точной и удобной. Неизвестно. Пока геморрой. Но в целом, если исключать вот эти ситуации, и как-то попривыкнуть, самое главное, то у нас сверхэффективные, в общем-то, орудие. Особенно по противникам, которые для нас доступны в полный профиль. То есть не только там танкующие где-то от башни. Тогда да, колупать их долго надо. А когда противник едет, для вас и открыт полностью. Бахнули в корпус, если не заваншотили, через 4 секунды добавили и добили. В общем, классно. Есть еще два мелкокалиберных пулемета, но опять же они жестко закреплены в корпусе и в левой его части. Толку от них, как с козла молока, абсолютно бесполезные, поэтому рассчитывать на них не приходится. Также хотелось бы отметить, что у СТРВ есть дымовые боеприпасы и фугасы. Толку от них не очень много, ну просто я сообщил о том, что они присутствуют. Самое главное, что у нас ведь нет дымов у СТРВ, поэтому дымовые боеприпасы иногда могут вам пригодиться. Теперь, что касается бронирования. Все мы знаем, что эти шведские самоходки вроде как, ну, не особо бронированные, но рассчитывают на наклоны брони, и здесь все очень жестко на самом деле. Да, лобовая броня этой самоходки 40 мм, показывать ее смысла я не вижу. Но при этом она находится под углом наклона в 78 градусов. И реально практически всегда, если вы смотрите на противника ровно вот в прицеле, Будет рикошет при попадании в ВЛД. Я, честно говоря, столько снарядов не отбивал практически ни на одной другой машине, потому что здесь снаряд не не пробивает броню, а просто улетает куда-то еще. Это крайне надежно, а самое главное отлично работает против подкалиберных боеприпасов, да и против на самом деле любых других в том числе неплохо. Но э, здесь ситуация обстоит следующим образом, что не дай бог вы по кому-то там стреляете, кто ниже вас. И по вам противник в этот раз будет стрелять, который находится на той же самой высоте. То есть вы стреляете под холм, а по вам стреляют с холма. Естественно, тогда угол наклона уже будет не так хорошо вас защищать, и, скорее всего, вас пробьют, ибо толщина самой брони никакая. Бортовая броня тоже супер тонкая, там всего лишь 30 мм брони. И, соответственно, под огромными углами наклона, опять же, туда может залетать. Но так как если вы стоите к противнику лбом, попасть он туда не может, то и фиг бы с ним. С другой стороны, тот, кто обошел эту машину хотя бы чуть-чуть по диагонали или, не дай бог, зашел в борт, он сделает ей бо Но есть одна важная фишка. Во-первых, да, мы посмотрим по рентгену, тут всего три члена экипажа. Но... Это единственная машина, уникальная, которая в реалистичных боях может выживать с одним членом экипажа. Все остальные считаются уничтоженными, если остается один член экипажа. СТРВ-103.0 нет. И она может продолжать вести бой с одним членом экипажа. Так что живучесть не так уж и плоха, поскольку сидят они все-таки чуть-чуть отдельно друг от друга. Еще один полезный момент. В лбу у нас находится трансмиссия. С одной стороны, это не очень хорошо, поскольку трансмиссия и топливный бак в лбу, они, ну, дадут вам либо поджог, либо вы не сможете двигаться. Но с другой, снаряды очень часто просто пропадают в этой трансмиссии, в двигателе, в топливном баке, и все. И противник не наносит повреждения экипажу, а значит вы выживаете. Правда, на СТРВ-103.0 очень частый случай, когда вам просто не хватит возможности потушить машину после пожара, ибо все время, когда прилетает в лоб, задевает топливный бак, и вы начинаете гореть, а потушиться можно всего два раза. В любом случае, живучесть СТРВ-103.0, когда она лобом кому-то стоит и танкует его, особенно если она прикрыла нижний бронелист складками местности или камушком, это просто какая-то хвала богам. С другой стороны, если мы говорим про такую толщину брони, то нас будут великолепно уничтожать хэш-фугасы, которым вообще пофиг на наклон брони, им даже лучше, если он есть, и, конечно же, фугасные боеприпасы крупного калибра. Им тоже без разницы, могут они, конечно, срикошетить, но, скорее всего, вам просто будет произведен бабах и взлом жопы. Так что стр 1030 научится уничтожать определенно. Просто берете хэш-фугас или крупнокалиберный фугас обычный, и все и не мучаетесь. Либо же пытаетесь обойти эту машину или вывести ее на нерациональный угол наклона лобовой брони, чтобы она подняла корпус или слишком сильно его опустила. Тогда вы ее туда пробьете. Также хотелось бы отметить, что у СТРВ-103.0 пространство над гусеницами корпусом не является до определенного момента. А вот потом уже считается частью корпуса, и там находится топливный бак. Поэтому при особом везении вполне возможно, стреляя над гусеницей, вы можете каморником пробить это пространство и нанести повреждение аппарату. Но, честно говоря, я в это слабо верю, потому что, ну, опять же, вы просто подожжете бак, и, скорее всего, вам не хватит урона, чтобы э, пространство броневое было как-то повреждено. В общем, мы разобрали живучесть 103.0. Стерва определенно очень интересный аппарат, уникальный по своему бронированию и готова неплохо удивить противников, которые с ней будут перестреливаться. Подвижность. А вот подвижность меня разочаровала. 540 лошадиных сил на 38 тонн массы, получается порядка 16 там, лошадок на тонну, и, честно говоря, это реально подвижность среднего танка. Плюс не забываем о том, что нам надо наводиться корпусом, и это неудобно, особенно если вы забыли выключить эту функцию во время движения. Постоянно двигая мышкой, вы будете сбивать траекторию, а при повороте стерва очень сильно теряет в скорости. Она и разгоняется очень туго, а при повороте она моментально сбрасывает ее и начинает просто топтаться на месте. Поэтому обязательно в настройках назначьте кнопку управления этим режимом наведения корпуса, чтобы можно было его включать и выключать. И тогда, когда вам нужно куда-то просто ехать, вы его выключаете и спокойно едете. А когда нужно уже подъезжать к позиции и воевать, встаете в режим управления корпусом наведения и все, чувствуете себя прекрасно по этому поводу. На мой взгляд, машина получилась неоднозначной. Прежде всего, за счет очень кривой реализации наведения стрельбы корпусом. Меня это просто бесило, абсолютно невероятно. С другой стороны, у нее есть очень большие плюсы. Это невероятная живучесть и бронирование, которое научится пробивать, конечно же. Но не стоит забывать, что не всегда есть возможность по ней этим типом боеприпасов выстрелить или самолетом там бомбу сбросить. К тому же, хотелось бы отметить, что у нее и подвижность-то высокая, и вперед, и назад, и вообще уникальная техника, поэтому. Так что те, кто ее купил, я думаю, не пожалеют, если привыкнут к тому, как она наводится. А в остальном, это очень сильный аппарат на своем боевом рейтинге. Лично я могу его порекомендовать, как и начальную самоходку. Шведы пока по наземной технике получились очень классными. На этом на сегодня буду заканчивать видео. Пишите, что вы думаете по поводу данного аппарата в комментариях, а я пойду пилить для вас новый контент. Всем спасибо за просмотр, друзья. Увидимся и пока-пока.